Звезды привыкли выкладывать каждый свой шаг на просторы Инстаграма, а мы пристально следим за ними. Все самые свежие новости социальных медиаплатформ отечественных звезд в нашей новой рубрике «Инста Ньюс». Смотрим! Певец Адам поздравил самого себя и похвалил, к слову. Артист написал в Инстаграме поздравление себе любимому с ироничной подписью «С днем рождения, красавчик». Напоминаем, Адаму исполнилось 31. Поздравить артиста поспешили и его поклонники, но уже в комментариях. Аллу Акунарова опубликовала новость о благотворительном концерте. Продюсер подчеркнула, что в одной лодке соберутся алматинские горячие сердца. Длинный перечень именитых представителей шоу-бизнеса, дизайнеры, визажисты. Все они примут участие в благотворительном мероприятии. Кайрат Нуртас пожелал своим поклонникам, чтобы их сердца никогда не болели. Артист выложил видео с недавнего масштабного фестиваля. Подпись к публикации была лаконичной. «Пусть ваши сердца никогда не болеют. Огромное спасибо, Алматы!» Ну а в видео Кайрат исполняет одну из своих самых знаменитых песен, ставшей его визитной карточкой. Участники группы Рензо признались в любви. Своим фанатам, разумеется. Парни выложили огромное количество фотографий с недавнего фан-митинга. На них изображены сами ребята, торт, который в качестве презента принесла поклонница, ну и Рензики, конечно, с горящими от счастья глазами на выступлении своих кумиров. Калья неустанно выкладывает публикации, посвященные защите прав женщин. Каждый из ее недавних постов так или иначе посвящен прекрасной половине человечества. Похоже, певица всерьез увлеклась феминизмом. А может, просто честно и отважно выполняет свой служебный долг. Ведь Калья – спикер фонда Организации Объединенных Наций.